Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн. Сегодня я расскажу вам о законах планирования. Это очень нужная тема. Итак, как планировать эффективно свое время и как эффективно планировать свой день. Самое первое и самое главное, поставьте цель. Но цель не на один день и даже не на месяц. Поставьте такую цель, которой вы будете идти в течение нескольких лет. Ту цель, ради которой вы строите этот бизнес. Мы, например, когда пришли в сетевой бизнес, у нас сначала не было определенной цели, поэтому мы двигались очень-очень медленно. Но когда мы узнали, что можно получить премию 1 миллион евро, это стало для нас большой глобальной целью. И мы решили, что именно ради этого мы готовы работать. Представьте себе, если бы у вас в машине не было навигатора, и вы бы хотели куда-то ехать, но не знали, как это сделать. Вы бы очень долго блукали, и неизвестно, пришли бы вы вообще к этой цели. Так вот, именно навигатор в автомобиле дает вам возможность в кратчайшее время и кратчайшим путем прийти к своей цели. Это то, о чем я вам и говорю. Ставьте цель, прописывайте те шаги, благодаря которым вы придете к этой цели, и вы обязательно зарядитесь тем огнем, той энергией, с помощью которой вы достигнете в короткий промежуток своей идеальной цели. Это как магия, которая необъяснима. Вот я уже на своей жизни это прочувствовала, что когда ты ставишь цель, знаешь, как к ней идти, какими путями, то тебе попадаются на пути люди, события, какие-то другие вещи, которые волшебным образом помогают тебе достигнуть этой цели намного быстрее. Второе, что вам нужно сделать, это с самого утра выполнить 3 самых важных действия. Дело в том, что мы очень часто все самые важные действия, которые приводят к результату, откладываем на потом. А если ты что-то откладываешь на потом в течение дня, то обычно ты это не выполняешь. Тебя чем-то отвлекают или же ты устал. Есть такая замечательная книга у Брайана Трейси «Съешь лягушку». Я не знаю, читал ты ее или не читал, но в ней как раз-таки написано, что все самое важное, самое сложное нужно сделать с утра. Это приведет к твоей желанной цели и к твоему желанному результату. Дело в том, что мы привыкли делать те вещи, которые самые легкие, да, то есть мы делаем какую-то легкую вещь и получаем мгновенный какой-то результат, но это не приводит к глобальной, к самой вот этой вот цели. И если, кстати говоря, ты хочешь книгу получить в электронном формате Брайана Трейси, то пиши под этим видео комментарий «Хочу получить книгу». Когда мы соберем таких 20 комментариев, то мы выложим эту книгу в электронном варианте. Третье – это чекпоинт, контроль над своими проделанными за день действиями. Обязательно в конце дня анализируйте, какие 20% ваших действий принесло вам 80% результатов, а не наоборот. Это всем известный принцип Парето. И тогда ты будешь делать каждый день именно те действия, которые приводят тебя к наибольшему результату. Есть такая интересная притча. Мужчина под фонарем что-то ищет. Подходит другой мужчина и спрашивает, что же ты ищешь? Я ищу свои часы. Ну, давай я тебе помогу. Ищут они, ищут вместе, ничего не могут найти. Слушай, а ты уверен, что ты здесь потерял свои часы? Нет, я их потерял в другом месте. А почему же ты ищешь здесь? Да здесь просто светло и легко. Так вот, мы иногда думаем, что легко значит продуктивно. Это все неправда. Нужно делать именно те действия, какими бы легкими или нелегкими они были, которые приводят к результату. Поэтому повторюсь еще раз, анализируй в конце дня те действия, которые тебя приводят к максимальному результату. Четвертый момент. Учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал великий вождь. Так вот, что я вам хочу сказать. Когда мы пришли в этот бизнес, то мы не очень-то сильно обучались, и поэтому не очень-то сильно и росли. И как только мы поняли, что если мы не будем обучаться, не будем внедрять новые технологии, различные новые моменты, то у нас ничего не будет. И вот мы начали это делать, и мы выросли и стали топ-1 в своей MLM-компании. Так вот, учитесь, пожалуйста, учитесь по моим видео, учитесь по видео других специалистов. Я уверена, что мои видео дают вам результат, потому что очень многие люди пишут с благодарностью и просят снять видео на различные темы, что я, собственно, и делаю. Поэтому обучение, внедрение – это то, что нужно.
Я бы очень хотела, чтобы вы под этим видео написали, на какие темы вы бы хотели еще узнать, обучиться у меня, чтобы я сняла видео. И напишите еще, пожалуйста, какая у вас самая-самая глобальная цель. И что вы будете делать именно сегодня, чтобы добиваться этой цели. Знаете, пока мы снимали это видео, у нас то ломался микрофон, то ломался свет. В общем, что-то постоянно препятствовало снятию этого видео. Но я знаю, что это означает только одно, что это видео принесет нам еще больше потенциальных партнеров. Поэтому принимайте все, что я вам сказала в этом видео. Я знаю, что вы можете сделать все. Я знаю, что вы лучшие, и что у вас обязательно все получится. Если вам попадаются на пути препятствия, это значит, надо сделать какой-то вывод. Это значит, надо сделать это все равно и понять, что в итоге эти действия принесут вам огромные результаты. Если понравилось это видео, пожалуйста, ставь лайк, подписывайся обязательно на мой канал, пиши свои комментарии, и если хочешь получить книгу, то напиши об этом тоже в наших комментариях. В следующем видео я расскажу вам о чем-то таком, о чем вам никто не расскажет. С вами была Елена Коваленко. Пока-пока.